Хотите услышать три главных слова? Пожалуйста, большой баскетбол вернулся. Самый горячий момент игровой недели по версии FonBet. Поехали! Открываем хит-парад в Нижнем Новгороде, где гостил краснодарский «Локомотив Кубань». Форвард Нижнего Александр Ганькевич был настроен не слишком радушно. Пик-н-ролл и Ганькевич колотит сверху. Посторонись! Победитель последнего данк-контеста Александр Петенев явно вошел во вкус. Бэкдор и молодой форвард Автодора остался один на один с кольцом. Эффектный данк. Для этого парня слишком просто. В этом эпизоде опытный центровой Уникса Алекс Тайос все сделал сам. Перехват, быстрый отрыв, мощнейший данк. Никакой пощады кольцу соперника, вау! Защитник Смоки Минск Бранко Миркович – баскетбольный квотербек. Сверхдальняя передача в отрыв партнеру – легкие 2 очка. Тачдаун-пас от ветерана минчан. Как превратить неудачный бросок в алеуп, отвечает Ярослав Зисковский. Форвард «Зеленой Гуры» спас положение после неточного флоутера Дрю Гордона «Эндваун» с сопротивлением. Это мощно. Самые восточные команды лиги Енисея и Астана выясняли, кто сильнее. Джеймс Флоренс пошел в проход, но на его пути встал Илья Попов. Центровой Енисей не уступил сопернику в скорости и выписал ему звонкий блокшот. Астана не осталась в долгу и тоже показала, что умеет защищаться. Джеффри Крокет подкараулил Ивана Викторова и зачехлил его попытку. Вот что называется эффектно и эффективно. Парма вновь подтверждает звание одной из самых зрелищных команд лиги. Эйгердас Жукаускас выдумал чудо-пас на Марекса Мэриса. Форвард Пермяков выловил передачу, развернулся и спокойно забил сверху. Защита «Зеленой Гуры» взяла выходной. Форвард Калева Сандер Райсте, молод и голоден до побед, прошел защиту Униксу как нож сквозь масло. Райсте вклотил сверху не через кого-то, а через самого Алекса Тайоса. Этому парню неведом страх. И автором лучшего момента недели становится защитник Нижнего Новгорода Иван Стрибков. Высоченный Джонни О'Брайент видел мяч в кольце, но вот проблема, его не видел там Стрибков. Отчаянный прыжок, и защитник Нижнего был вознагражден. Шикарный блокшот в ключевой момент матча.